28-летний хоккеист Иван Телегин счастлив в отношениях с хозяйкой турфирмы Марией Гончар. Влюбленные проводят время на карантине вместе. После скоропалительного развода с Пелагеей спортсмен почистил свою страницу в соцсетях и свел свою медиа-активность к минимуму. Мария лишь однажды обнародовала совместное фото с Иваном, чтобы выйти из тени и обозначить свое место в его жизни. Зато влюбленные завели отдельную страничку для своего питомца Фокси. Собаку породы Сиба Инна Телегин и Гончар завели после того, как стали жить вместе. Хоккеист подарил животное своей возлюбленной. В описании профиля они указали, что Мария является мамой щенка, а Иван – папой. Здесь влюбленные стали делиться совместными снимками с питомцем. Они дали понять, что самоизолировались вместе в квартире в Одинцовском районе Московской области. На милом семейном фото Мария предстала в пижаме. Иван позировал с голым торсом. Хоккеист со взъерошенной прической с улыбкой заключил в крепкие объятия любимого песика. В комментариях Гончар и Телегин призвали своих фолловеров оставаться дома. Пелагея и Иван постарались развестись мирно ради 3-летней дочери Таисии. Певица не стала выносить на публику семейную драму. Она разрешает спортсмену и его родителям общаться с девочкой. У Ивана также есть 4-летний сын Марк. Его родила бывшая возлюбленная спортсмена Евгения Ноур, с которой он расстался из-за романа с певицей. Марию называют причиной звездного развода. Роман между Гончар и Телегином вспыхнул, когда он еще был женат. Ранее Пелагея и Иван воссоединились для того, чтобы отметить день рождения дочери. Певица эмоционально высказалась о разводе. Она заявила, что на нее устроили проплаченную травлю. Артистка записалась на бокс и пригрозила своим хейтерам.